Контракты на 100 миллионов долларов и не только. Гомельская область примет активный удел у 5-м форуме регионов Беларуси и России, який с 10 по 12 кастрычника пройдет в Могилеве. В Гомельской области многие российские регионы связывают тесные связи. Подписано больше за 20 договоров об межрегиональном сотрудничестве. Главная сфера – экономичная. За 7 месяцев 2018 года удельная вага России у внешнегандлевом обороте Гомельской области стала 63%. Наш регион поставляет промысловую продукцию. У лику буйнейших экспортеров БМЗ, Гомсельмаш, Гомельшкло, Светлогорским волокно, Решевский метизный завод. Основу импорту складаются сыровина и обсталявання. До того ж, у Гомельской области активно працює российский бизнес. На территории региона больше за 400 предприятий с капиталом с краины соседки. За 6 месяцев 2018 года объем инвестиций из России склал 275 миллионов долларов. 5-й форум регионов будет содействовать поширению сотрудничества. В процессе подготовки к форуму регионов России и Беларуси предприятия, подведомственные Гомельскому облсполкому, прорабатывают подписание контрактов на сумму 100 миллионов долларов США, что является отличным вкладом в общереспубликанскую копилку. Впервые в рамках форума пройдет совет делового сотрудничества, в котором примет участие генеральный директор Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. Для нас это важное мероприятие, так как это отличная возможность предприятиям, бизнесменам проговорить основные направления взаимодействия и совместные проекты. Подчас форума планируется подписание договоров об сотрудничестве помеж Гомельским облвыканкамом и новыми партнерами. Сярод их Кировская и Самарская области, а так само Республика Буратия. Свой экономичный, науковый и туристичный потенциал наш регион представить на уластной региональной пляцовце.